Ну, я именно, что у меня сейчас, может, я крамольную мысль скажу. Там есть Байлз из Америки, у которой всех сложить в кучу, все равно ее не обогнать на волне. Да и не только Байлз. Там, если честно, и европейских гимнасток тоже хватает. Ну, ладно, одну назвали, таких. И хватит. Да. Ахаимова. Лилия Ахаимова, Санкт-Петербург. Хорошо, два места, сразу переход сальто. А ей надо здесь вот именно убедить всех, что она одна из сильнейших исполнителей вольных упражнений. Она способна выполнять гораздо более серьезную гимнастику. Стоит сзади Вера, тренер ее Киржишова. Ну, стоять! Да, невероятно сложный элемент, очень двойной сложный твист, согнувшись. Да, ну немного места ей не хватило, она вылетела. Исполнительский, конечно, не очень удачно, да, получился, но очень сложно. Отдохни, отдохни. Надо еще собраться на одну акробатику. Задняя. Молодец. Вот так. Молодец. Лиля, молодец.